Латвии. Сегодня организаторы Большого субботника подвели итоги прошедшей 2 недели назад генеральной уборки страны. Среди улова добровольных сборщиков мусора оказались телевизоры, ковры и даже снаряд. Все мешки с отходами уже отправлены на полигоны. Всего набралось без малого 2000 тонн мусора. Больше всего мусора, почти 700 тонн, было собрано в столице. По подсчетам организаторов, в этом году в Большом субботнике приняли участие около 170 тысяч человек. Ну а сейчас...